Что нам компания Energon присылала? И кто такие вообще компания Energon? Вкратце, вот эти одноразовые электронные сигареты. Тут 5 вкусов, да? На самом деле линеечка из 12 вкусов. Всякий там табак, лесные ягоды. А почему здесь 3? Клубничный десерт. Кто-то уже выкурил. Медовая дыня. Уже кто-то запарил медовую дыню. Так, а это одноразки, да? Одноразки, это значит, что... Одноразовые сигареты. Да, попарил. Да. Попарил, я и да. Сказал, давай зазырим. И что там? Тут пломбочки есть. С обеих сторон пломбочка. Давай, взрывай ее. Чик. Хоп. Все. Это не так, ты можешь ее потом куда-нибудь налепить. Ну, отлично. Здесь у нас вот такая сигареточка. О, еще тут смотри, какая фразочка есть. Одно из самых удивительных заблуждений – это заблуждение в том, что счастье для... Тьфу, блин. Ты даже читать не умеешь, короче. Давай ты читай. Да, я прочитаю. Одно из самых удивительных заблуждений – заблуждение в... Паузу делай, там запятая. Да. Запятые теряют. Одно из самых удивительных заблуждений – заблуждение о том, что счастье человека в том, чтобы ничего не делать. Лев Николаевич Толстой. По-моему, в том, о том, что-то много всего. Ну, короче, все суть поняли. Давай, взрывай. Он думал об этом. Да, такой вот. Знал бы Лев Николаевич Толстой, где его будут цитировать. Да, оп. А, ну, то есть вот такой спокойный, простой метод. Мы там... Все, убираем это. Здесь у нас есть силиконовая штучка, которая закрывает. Попарил, закрыл. Все, можно в карман убрать. И здесь не... Микробы не будет скапливаться и попадать всякое. Не-не, а как она действует? То есть ее надо включать или просто... Все, берешь, убираешь этот... Кто он там? Колпачок. Колпачок. Тампончик хотел сказать. Ладно, убираешь тампончик и колпачок. Ну и все, и берешь в рот. Еще в рот бросить надо? А, ну все, понял, ладно, да, я понял. Вот здесь, короче, дуешь. Берешь как... Давай, покажи. Как кто он там? Блин. Ну, кто? Кто там этот? Да пофиг, давай за Шерлок Холмс. Давай запари уже. А вот наш красненький горит. Не, ну чё? Я не курю. Какие ощущения? Ну ты сейчас паришь. Или я с никотином не парю? А, у нас с никотином, да? Это не нулевка. Ладно, давай, понял. У них нулевок нету. Это с никотином, не знаю даже, 1-2% содержания, по-моему, никотина. Все, попарили. Дымка. Чувствуешь, пахнет. Да, на сколько вот хватает ее? Хватает примерно на 1,5-2 пачки обычных сигарет. Все, попарили. То есть, а ну, хватает ее на 1,5 пачки сигарет, да? Когда потом выбрасываешь? Если ты курил пачку в день обычных сигарет, примерно тебе на 1,5 дня ее хватит. Давай дальше. По-моему, табак там 1,8%, 1,8 миллиграмм. Табак, он покрепче идет. Все остальные легкие, так скажем, вкусы, а табак, он крепкий. Да, вот медовая дыня, сладенький арбузик. Отборный табак. О, отборный табак. Его отобрали 14-летние девственницы. Да, замечательно. Именно 14-летние, не 15 и не 13, ни в коем случае нет. Лесные ягоды. Лесная ягода. Клубничка. Наверное, больше женские сигаретки, да? Клубничка попала. Клубничка попалась. Пятничку. Любят девочки. Клубничка и, значит, этим, что там, клубничка делают и... Сливки. Сливки, да. Сливки. Кто побаловался всякими этими ниочемными штучками? Потренировался. Да, кто потренировался, попробовал, что такое электронная сигарета, и пора переходить уже к чему-то более серьезному.